первый, значит, как я сказал, яй-яй-яй. Вот, второй танцы называется, и третий звездок. Да, это в ноябре. А сейчас незапланированное интервью, тоже относящееся к фестивальной солянке. Дело в том, что сейчас проходит в городе фестиваль «Газеты на смену». И вот у нас в студии гости этого фестиваля. Ну, подробнее сначала мы их послушаем. Пусть это будет для вас сюрпризом. Несе ріка фантастичному човні, в небо несе, наче у вісні. Нас несе ріка фантастичному човні, в небо несе, наче у вісні. Добрый вечер. Сегодня столь необычно мы начинаем наш прямой эфир, потому что, к сожалению, по неизвестным причинам нам не смогли доставить видеоматериал, который предполагалось показать перед встречей с группой Украины под названием «Вопли Видоплясова». Впрочем, сами ребята настаивают на более скромном названии «ВВ». Итак, давайте познакомимся. Сергей Сахнов, барабаны. Алекс Скрипка, вокал. Юра Сдоренко, гитара. Саша Пипа, бас-гитара. Очень приятно. Итак, те, кто присутствовал на концертах, организованных «Газетой на смену», «Рок на смену», проходивших и проходящих сегодня во Дворце молодежи, могли познакомиться с тем, как эти ребята достаточно талантливо и неординарно могут сделать сплав из народной украинской музыки, из эстрады 60-х годов, из различных совершенно течений мировой рок-музыки, начиная от рок-н-роллов и кончая современными мотивами музыки Ямайки. Итак, несколько вопросов, своего рода анонсирование того материала, который будет в нашей программе на следующей неделе. Итак, Олег, пожалуйста, расскажи буквально в 3-4 словах, о чем ваша музыка, ваши песни. Наша музыка – это лирика. Это мы поем о любви, мы поем о природе, мы поем о дружбе, мы поем, ну, просто о людях, просто о людях. Кто является автором основной части композиции группы? В основном стихи пишет Олег. Вот, музыку мы пишем все вместе, коллективом. Ну, есть, конечно, наброски, конечно, приносит Олег, ну, там, я делаю небольшие, там, так, штрихи, можно сказать. Вот. В общем-то, конечно, а все вместе, коллективом аранжируем, готовим полностью песню, ну, такого плана. Группа ВВ приехала к нам из города Киева. Как давно вы собрались, чтобы играть свою музыку? Коллектив существует с 87-го года. Вот. Это в качестве «Вопли Видоплясова». А с Сашей мы начинали играть еще с 82-го года. Еще мы тогда играли «Металл». Группа «СОС» называлась наша группа. Вот. Ну, конечно, были молодые, вот со временем. Взрослели мы так. Как много композиций написано группой в нынешнем составе? Сейчас, да. Около 60. На виниле или на магнитной ленте есть какие-то произведения у вас? На виниле у нас, по-моему, ничего. На виниле ничего. Одно нет. Одно произведение есть. А, одна песня. На французской виниле. Да. Пластинка называется «От Лена надо Ленина». Наоборот.
От Ленина до Леннона. От Ленина до Леннона, извините. Да. Там это наша песня «Булыбеньки». А каким образом она появилась во Франции? Был французский фильм «Рок вокруг Кремля», в который попала одна наша видеокомпозиция. Ну там в том числе были группа Лиса, там вот, ну, телевизор, да. И потом по стопам этого видеофильма появилась эта пластинка.